Сотрудники Одинцовской госавтоинспекции совместно с представителями общественной организации «Союз безопасности дорожного движения» провели профилактические беседы с детьми. Ребятам напомнили о соблюдении правил пешеходами, пассажирами, велосипедистами, рассказали о том, как работают световозвращающие элементы в темное время суток. Дети повторили значение дорожных знаков, решили ряд задач, а затем закрепили полученные теоретические знания на практике в ходе игры и викторины.